Ишим присоединился к общероссийскому фестивалю «Крымская весна». Сегодня в городских школах пройдут уроки на тему процветания в единстве. Также состоятся кинопоказы, исторические квесты, марафон стихов о Крыме и флешмобы. Хотелось бы пожелать крымчанам всего хорошего, чтобы у них не было никаких проблем, никаких конфликтов и впоследствии, чтобы мы также с ними познакомились. Крым обладает замечательной природой, там очень много достопримечательностей. Конечно же, там есть город-герой Севастополь, который тоже хочется посетить, хочется знать свою историю. Крым – это удивительная территория, там хочется побывать, отдохнуть, съездить. Летом мы обязательно туда поедем. Последние события, у них очень много что произошло, поэтому я им желаю удачи и здоровья.